сообщество Mad Buckets в третий раз провело дрэг-рейсинг для классических и культовых автомобилей. Мероприятие, получившее название Russian Weekend Drags, принимал Дмитровский полигон в Нами, в Подмосковье. В заездах участие принимали экипажи из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Беларуси. А на старте в классической дисциплине можно было увидеть не только американские серийные маслкары и кастомы. В этом году в гости к Mad Buckets приехало довольно много европейских автомобилей, среди которых были как стандартные, так и серьезно доработанные. Например, первое место в младшем классе до 250 лошадиных сил занял Pontiac Firebird 1987 года. Его мотор был окончательно собран лишь утром в день гонки в мастерской Rage Garage. В классе 250-350 лошадиных сил на первом месте оказался вполне доступный и пригодный для ежедневной эксплуатации Chevrolet Camaro четвертого поколения с 310-сильным мотором. Победу в категории от 350 до 450 лошадиных сил завоевал Ford Mustang четвертого поколения в исполнении Кобра. Самый престижный класс мероприятий 450+ возглавил Мустанг 1989 года. В отдельный класс были выделены современные культовые автомобили. Тут вновь места между собой разделили автомобили американского производства. Бронзу взял Cadillac CTS-V. На втором месте оказался 700-сильный электромобиль Tesla, а 750-сильный Chevrolet Camaro занял первую позицию. Организаторы не забыли и о том, что Russian Weekend Drags — это настоящий семейный праздник. Гости мероприятия могли наблюдать бёрнаут-шоу на специально выделенной площадке, приготовить еду в зоне барбекю или купить готовую на фудкорте. Следующий фестиваль Russian Weekend Drags состоится 28 сентября нынешнего года.